Якутские мошенники незаконно оформили на себя десятки земельных участков. За эти действия утверждено обвинительное заключение в отношении 4 членов организованной преступной группы, которые в течение 5 лет путем мошенничества похитили у администрации Якутска 32 земельных участка. По версии следствия, в 2008 году сотрудник одного из госучреждений республики по просьбе своего знакомого внес заведомо ложные сведения в бланк свидетельства о праве собственности, после чего поставил данный земельный участок на кадастровый учет и оформил его на подставное лицо. Позже этот человек объединился с пособниками и, действуя одним и тем же способом, организованная группа подделывала документы на пустующие земельные участки. Они оформляли их на подставных лиц и продавали третьим лицам. Общая сумма 31 участка составила более 35 миллионов рублей. За совершение данных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Участникам организованной преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.